Бонсай! Вы на канале Ретро Шика, с вами я, Шика, и мой соведущий Коть. Сегодня у нас игра Fall Guys. Там сейчас идет первый сезон, поэтому будем страдать. Так, Амстек, привет! А пока кроме тебя никого и нету, видимо. Ну, надеюсь, у тебя хорошее настроение. Все замечательно. Так, и я надеюсь, меня не очень громко слышно. То ощущение, как будто зашкаливает. Может, мне кажется. Поближе. Ну, ждем 4 минуты и начнем страдание. Спасибо. То есть звук идет без зашкаливания, да? А то просто мне здесь показывает, как будто очень громко. Может, мне кажется. Так. Интересно. Ладно. Сейчас еще немножко ждем. Ну, возможно, да, я не спорю. Ты, кстати, играла в эту игру или нет, мне интересно. Еще интересны люди, которые играют в эту игру, если еще они побеждают. Ни разу не побеждала за все время, сколько играю. Есть те, кто выигрывают. Доходила до финала, но не проходила дальше. Как у вас там погода? Мне интересно. У нас дождь идет целый день. Переливами на солнце. Видела несколько десятков игр. Сейчас же можно скачать и поиграть всем вместе. Да. Кто-то страдает от ДХД, а кто-то страдает от того, что наоборот холодно. У нас просто как осенью сегодня. Такой осенний июньский день, чтобы это странно не звучало. О, народ у нас подключается потихонечку. Как раз для любителей страданий. Кто у нас? Блин. Я забыла, как ник был. Приходилось все время, любил наслаждаться моими страданиями, как я, когда я играю и... Да, и погибаю, или еще что-нибудь. Вот в этой игре как раз страдание, это она прям пропитана страданиями, по-моему. Так, ладно. Возьму. А игру не видно. Видишь? Ой. Я перепутала все, полностью все экраны. Да, я забыла посмотреть, какой сегодня день в Японии. Ну ладно, значит, сегодня день страхования карусельной лошадки. А, день страхования и день карусельной лошадки, понятно. А также клавиши Caps Lock. Так, игру видно, но вопрос, слышно ли ее, потому что звук я делала. Так. Звук сейчас будет настроить. О, это слышно. Mm-hmm.
Так нормально слышно или? Отлично, тогда так оставим. Да, у нас тут есть соратник, поэтому мы пока в парные попробуем сбегать. Тут, в общем, есть куча вариантов. Ну как куча? Роман, привет! Здесь есть сольные соревнования, соревнования отрядов, пар, соревнования звезды, стадионы, это даже не знаю, что такое. Надо будет потом посмотреть. И попрыгунчики. В гунчиках явно надо прыгать. Ну, сейчас, наверное, вот сольные будут. Ой, сольные будут. Погнали. А вот оставим. В общем, в парных соревнованиях каким-то образом определяются баллы, и по баллам пара проходит или не проходит в следующий этап. Да, по-моему, не бегала. Может, разочек. А, это творение. Я толкаю. Толкаются и падают. Вот так вот можно прыгать и падать на животик, но при этом придется вставать потом. Да что ж такое-то, я все шапку собрала, по-моему. Давай. Помню, на самом деле, за вот эту перилу никогда не получается теряться. Ай. Давай же, открывайся. Давай, вниз. Здесь запутаться, по-моему, можно, я не знаю. Иногда бывает, что с первых попыток сразу что-то не до финального доходит уровня, а иногда вот даже первые трюки не получается.
хотя этот раз это достаточно часто попадает. Ни разу золотую медаль, кстати, не получала. Серебро, по-моему, было, и бронза была бы. Золото нет. Почти в самом конце. О, Санта! Молоточком лучше не попадаться, а то они закрыты и все. Проходим. Молоточки зло. Вот здесь можно между вот этими двумя молотками что-то попасть, по-моему. Нет, не разбирал. Это не вообще прикольные, но они вроде за донат покупаются. Вот будут появляться в разных местах вокруг арены. Прыгайте на них, чтобы они лопнули и получать очки. Да. Вообще, мне всегда эта игра напоминает передачу «Замок Такеши». Oh,
Почему показывает 29 из 30? Некоторые костюмы, кстати, выглядят нелепо, и мне кажется, они еще мешаются. Хотя, может, не кажется. Там, например, был медведь, у которого длинная голова, и неужели она не мешает? Изи уровень. Вся сложность этого уровня в том, что там слизь накапливается постепенно и затапливает уровень. Если ты упал, то, скорее всего, нет, не поднимешься уже. А, не осязаемое костюм? Но выглядит, как будто мешает. Не знаю. Ну, хотя, если бы от костюмов что-то зависело, это было бы, наверное, нечестно, да. Мне кажется, это кисель. Не знаю насчет вишневого пюре, похоже на кисель. Не знаю, любителям киселя посвящает. Не, я, кстати, люблю его, но я думаю, что он был очень быстрый. Идем. Он, что ты в эту игру не играл? Вообще кто-нибудь играл в эту игру? Получается. Интересно, у кого насколько крепкие нервы?
эта игра, наверное, как какое-нибудь вкусное острое блюдо, вроде типа томьяма. Все горит, а ешь дальше. Вот так же, все горит, а играешь дальше. Я тоже доходила, а вот чтобы корону получить. Мне очень название нравится, душевное равновесие, хотя нифига не душевное равновесие. Надеюсь, наверное, на первую же секунду. Куда бежать? Ай! Уехала вниз. Интересно. Мы же не упали.
Все равно выбили. Играют на стрельниковые реальные люди, посмотрите, как ты замысли тоже. Мне кажется, в русской версии тоже, ну, то есть есть какая-то и русская такого же плана передача, я не знаю, как она называется. Ай, где я? Я на того смотрела. Ну, как это, знаешь, может, за экран идти или на того? Даже хорошо, что я её не знаю. А может, не хорошо. Минчик! Он что? Рождественская распродажа. Помните, мы смотрели весло, по-моему, со Шварценеггером, вот там. Какие же толпы были тогда? Надо было. Да-да-да, мне шанс. Вентилятор не стал у меня.
мало баллов я заработала всего 5. Молочные реки и кисельные берега, блин. А ты только чельков добавил. Ё-моё. Звёзды, планеты. Пап, меня выкинул. Может, я как-то неправильно тогда в нее играю. Мне не заметно, конечно, обычно, но... Она не помогает расслабиться. Надо попробовать дольше всех остаться, наверное. Ну или не совсем легко, но короче. Да. Сейчас будем бегать, а плитки будут под нами разваливать. Thank you.
Пожаловаться на игрока, так прям не хочется. Пожаловаться на игрока. Просто желание пожаловаться на игрока, пожаловаться на всех игроков. Да не шучу. Что-нибудь несложное, пожалуйста. Не знаю, что тут несложное. Здесь надо пробежать два полных круга. Блин, я же первая стояла. Как?
Хорошо начала вроде бы держать. Все собрала в итоге. Ну, типа того, да, наверное. Я даже девятая, вроде. Надо не просто пройти в этот уровень. Опять же, кажется, такое на удачу, как бы так сказать. Человечек всегда всем радует. Блин, бегали бы они чуть-чуть побыстрее, так можно было бы их расстоять. Мюликовый замок? Это что ж такое-то? Не прошла.
Вообще интересно, что за люди придумывают все эти трассы и препятствия. Это же, я не знаю, это же ведь надо. Что должно таиться в голове, чтобы такое придумать? Телешоу вообще на самом деле очень странное. У них все телевидение состоит, по-моему, из новостей, программа «Еде», где кто-то что-то ест, где кто-то что-то готовит, и вот различные странные телешоу по поводу каких-то вот. Лето и начинаешь думать о Новом годе.
вот бы еще понять, за что все-таки баллы дают. Да как вы так обгоняете-то? До этого снежки летели, сейчас кто-то летит. Может, это чистое прохождение, ну, в плане того, чтобы не упасть там или что-то. Скажем, на прошлой трассе, там, понятное дело, если там пробегаешь человек, то там, как бы, получаешь от этого больше. Сначала хотела сказать, что там чувак в костюме Чебурашки, а это костюм обезьянки. Ощущение, что она какая-то сладкая и липкая. Ай, пыталась я дожить. Почему вы бежите в обратную сторону? Здесь все стоят. Ай-яй-яй. Идем дальше. Догоняем зеленую палку, догоняем ее. Интересно, она успевает? Теперь она нас догоняет. Ай! Я сейчас увеличу ноги. Главное, чтобы зеленая палка не оказалась под водой. Я не знаю, может она так понимает. Да. Все столкнулись. О, мама. Она стала еще быстрее. О, да, может быть, ты розовый. Меня выкинуло. Интересно, это как устроено? Они такие стоят, и их стенка вот так со спины сталкивает, или как? Как долго выбирается уровень?
должно. Вроде хорошо держишься, а потом вот. Интересно. А тут еще наверху скачет, ничего себе. Держаться, видимо, подольше, но, блин, внизу может уже не быть бита, когда падает. А как это я упала в итоге? Да больше играть, чаще играть, тогда, может быть, научишься, хотя, по-моему, нифига не научишься, либо надо я... Почему здесь нет тренировочного какого-то уровня? Не знаю, везде же есть тренировочные режимы. Хотя сгореть еще на тренировке, а потом идти в самую такое, конечно. И снова класса приветствий. Человечек похож на кактуса с пушками.
подай, я покажу тебе на дне. По-моему, нет. Почему не показали? Тоже и сломающиеся вот эти плитки. И нас еще будут кидать мешками. Главное не упасть. Могут повторяться подряд. Что это? Ну, вряд ли два. Ну, я к тому, что вот одни и те же уровни. То есть вот сейчас будут вот, слишком, чтобы снова. Так, не умереть в первые же секунды. Взорвалось.
Здесь тот чувак, из-за которого нас выкинул, это же сейчас. Я так вас не знаю из-за кого. Если бы у тебя вовремя не выбросишь эту бомбу, она у тебя в руках забыла. Разные команды интересные или нет? Я хочу кого-нибудь убить. Не знаю кого, но кого-нибудь можно. Через 23 минуты после окончания стрима я пойду искать жертву, походу, на улице. Печально узнать, что он погиб из-за того, что просто Fall Guys меня разозлил, ну ладно. Я думаю, как-нибудь переживет это, ну точно не переживет. О, опять самых последних видов, ну серьезно. Что-то можешь предложить? Woo!
самое обидное, когда ты заставляешь этой гостиничной тебе пишут, что все закрыто. Здесь надо набирать очки. Есть еще одна версия этого уровня, но немножко посложнее. Медалька топ 20. Трубы с зубами, трубы, которые вас поедают. Не знаю, мне достаточно легко забриться на игроков, особенно когда они вас мотают, толкают и что-нибудь делают. Некоторые прям специально мешают. Ты прикалываешься?
самая лучшая игра в мире, интересно. Мне жалко. Интересно. Да, ужительная высота. Вообще-то, на самом деле, страшно, особенно учитывая, если ты боишься. У тебя на ней кружится голова. Это раньше была такая игра «Баланс», ну точнее не раньше, но, наверное, до сих пор есть. Там играешь за шарик, он бывает деревянный, бумажный и металлический. Это нужно просто проходить какие-то определенные уровни. И она на такой высоте находится, там прям реально страшно смотреть. Она была такая, как головоломка. Хватит меня, хватай! Повернута не в ту сторону. Сейчас за меня проиграем. На геймпаде, по-моему, L2. Снова можно купить тоже. Умница за то, что в другую сторону побежала. Не было.
знаю, это быстрые скачки, это как называют. О, еще один чувак назад убежал. Опять эта склизкая башня. Видите, можно, по сути, подпихнуть наверх. Вентилятор взрывает, что-то не видела.
Надо было я надеюсь, это не усложненный. Почему одни вообще в последнем году стоим? А нет, усложненный с этим. Копирником. Этого там не было пропеллера. Пропеллер мне не нравится. Не понимаю, как. Так, ну, на сегодня этот стрим мы заканчиваем. Боли и страданий. Всем большое спасибо, что были сегодня на стриме. За поддержку, за участие. Вот, следующий у нас будет в четверг в 20:00 по Москве. Также поиграем также снова в Fall Guys. Вот. Игра веселая.
Горит от нее, правда, но она веселая. В любом случае, всем желаю хорошего вечера, доброй ночи и отличного завтрашнего дня. Мяу.